Ребят, всем привет, вы на канале Red Star Audio. Решил я собирать себе музыку на велосипед, так сказать, велозвук. Я вам показывал, уже был обзор на моем канале вот этого велосипеда. Велосипед Никиты. Никита, поздоровайся. Всем привет, канал 26. Думал я, короче, ставить на свой велосипед стелс, музыку устанавливать. Но так подумал то, что зачем мне портить свой хороший велосипед, если есть вот такой вот полускоростной, где уже скоростя у велосипеда не работают. Короче, велик можно испортить, поставить на него музыку. Динамики будут стоять мачете, MM65. Купил я их бушки с сеточками от Pride, извращение, конечно. Нет вот здесь вот этой резиночки уплотнительного. Ну-ка, конечно, кому легко. Так, MM65, динамики в идеале. Полностью как бы у них, ну, идеальное состояние. Сейчас поставлю. На, держи. Купил клей Acfix, чтобы выставлять на него кольца. Это клей, который моментально склеивает все что угодно, ну, кроме некоторых видов пластмасс. И двадцатки будут стоять. Шестнари, двадцатки и пищалки. Пищалок еще у меня нет. MW80 динамики. Тоже бушки. В идеале. Двадцатки прям внушительных размеров. С Никитой выпилили кольца. Вот наш ЧПУ станок с тупым этим, с тупой фрезой. С тупой фрезой все было сделано. Ну вот видно, как прожигала фреза фанеру. Выпилили кольца под шестнари. Вот кольца под двадцатки у нас. Сейчас будем пытаться выставлять на палочки от мороженого кольца на велик. А это у нас получается кольца под пищалочки. Здесь еще дрелью просверлим отверстия под эти, под ушки, под таи для, как его? Клемминга. Также, ребят, я сегодня закупился в магазине у нас в Невинномысске Басмагаз. Стекломат купил 100 рублей за погонный метр. Стекломата 300 плотности. Ножницы взял с дома, чтобы резать его. Купил перчатки в аптеке по 6 рублей. Купил две пары мне и Никите. Купил 2 килограмма полиэфирной смолы. Она идет по 400 рублей. Потом зашли в магазин тканей. Купили пол погонного метра. Получается 50 сантиметров. 50 на полтора. Ткань. Трикотаж за... Она тянется в одну сторону, конечно, больше. Ну, ничего страшного. Покажи, что за ткань вообще? Как она идет? То есть вот она, во все стороны. Растягивается. Очень хорошо тянется. Мы ее будем сейчас, как выставим кольца, натянем. Лайкры. Она даже вот по ощущениям наподобие лайкры идет. Лайкра только стоит в два раза дороже. Да. Мы решили взять трикотаж. Ну все, ребят, мы сейчас начинаем выставлять кольца. Все это мы вам покажем, расскажем. Перетягиваем тканью, заливаем полиэфиркой. Как все это застывает, берем шпаклю. Зашкуриваем, берем шпаклю, еще раз зашкуриваем. Потом куплю краску черную, матовую. Это будет все в черном мате. Так, что еще требуется по велосипеду? Вообще расскажу про велосипед. Велосипед... Так интересно, в черном мате. Велосипед Дядькин, велику 19 лет. Руль здесь... Руль здесь, получается, удлинить нужно, он сильно короткий.
Здесь примерно еще сантиметров на 10 удлиним руль. Также это, ну, заварим, покрасим, все красиво сделаем. Прикрутить здесь сетушку надо и поменять колодки. Сейчас сидим, зашкуриваем кольца, чтобы они были гладкие. Но они прям... два. Сейчас покажу, то есть вот такое оно тут было острое, тут уже гладенько, чтобы ткань лежала ровненько, красиво было. Продолжаем работать. Следующее будет выставление колец. Вот как получается. Сейчас если динамики выпадут, Никита встрянет на бабки. Чуть-чуть с доворотом их сделали. Так даже и не видно. И попали на то, что не хватает ткани немного. Совсем чуть-чуть, придется что-то думать. Все. Ребят, короче, мы выставили кольца. Иди сюда, подойди. Поставили обычные веточки, повырывали с деревьев. Распорками. Распорка между шестнарем и двадцаткой. Ну, конструкция сейчас вроде... Сейчас еще между шестнарем сделаем. Да, конструкция вроде крепкая, но... Это все еще будет усиливаться. Да, сейчас усилим еще. Потому что страшно. Мы переделывали по раза три, наверное, вот эту сторону, вторую, которую выставляли. Более-менее все получилось ровно. Старались сделать, чтобы все было ровненько. Кстати, шестнари хорошо получились. Двадцатки вроде тоже неплохо. Попробуй проехать. Тяжело, конечно, будет на нем ездить. Ребят, наша работа подходит к завершению. Время 22:19. Завершение на сегодня. Да, на сегодня. Обтянули мы, получается, кольца эти тканью. Боже, какими путями мы не обходились. Клей у нас полностью закончился. Кстати, где он, Никита? Не клей. Там чуточку совсем осталось. Активатор сразу закончился, как было, наверное, столько клея. Меньше пшикать надо было. Чё ж вы пшикали направо? Короче, сейчас Никита полифиркой промазывает. Завтра буду доделывать, походу, сам. Тут вот такие косяки. Придется все выводить. Ну, завтра, послезавтра, неважно. Для вас это миг. Пару секунд. Плюс надо еще колодки мне купить. Динамики мы вставляли. Сидят хорошо. Для двадцаток надо будет сеточки покупать. Блин, ну здесь, конечно, просто. Что там? Ну, да, тут тоже косяки. Тут шпаги, не сантиметр надо класть. Ну, кому легко. Вот так. Посмотрим, может, стекломатом там что-то придумаем. Кстати, да, возможно. Докупить стекло. Ну что, ребят, продолжаем работу. Приехал в гараж. Сейчас я вырезаю всю вот эту ткань лишнюю. Начинаю заливать вот тут вот полиэфиркой со стекломатом. Буду выкладывать сюда стекломат. По ходу работы дальше уже все расскажу. Как что будет. Что я сделаю. Некоторые палочки вчера при перетяжке сломались. Даже не знаю какие. По-моему, на вот этой вот стороне. Тут уже не важно. Уже основа есть. Теперь главное стекломат накладывать. Желательно больше. Чтоб если что, он упал и ничего не развалилось. Короче, ребят, лепил я лепил. До меня уже Никита приехал. Он захотел немного. Стекломатом полепить. А что за грязь? Нет. Короче, все вылепили. Все промазали. Еще надо будет в несколько слоев пройти. Еще стекломата придется покупать. Че? Я рукой полепил тут за стекломатом полез.
там еще чуть-чуть промазать, и все, и хватит на сегодня. Ребят, продолжаем работу с велосипедом. Сейчас занимаемся шпаклевкой, оформление. Покажи его. Шпаклюю сейчас подиумы свои. В дальнейшем будет это все вышкуриваться для покраски. Ребят, всем привет. Прошло очень много времени с момента моей последней записи. Примерно неделя-полторы. Вот что случилось с велосипедом за все это время. Подиум был загрунтован, чтобы увидеть, чтобы выявились все косяки, которые были недошпаклеваны, недошкурены. Закончилась у меня упаковочка шпатлевки 250-граммовой. Была еще куплена 500-граммовая. Сейчас буду это все продолжать шпатлевать. Потом в конце это все покроется распыляемой через краскопульт. За это время я приобрел себе игрики, усилитель ЕДА 200.4. И вот тюльпанчики, с которые на джек, мини-джек выходят 3,5 мм для подключения к телефону без магнитофона. Краска черная матовая, которую буду покрывать подиум. Змейки по 1,5 метра, красной и черной. Что еще у нас? Аккумулятор 60-ка. Клемочки сюда приобрел новые. Аккумулятор тоже новый. В принципе, вот еще у нас. Я взял 5 метров 2 по 2,5 квадрата. Это у нас аура. 5 метров. Сейчас буду продолжать шпатлевать. Как засохнет, буду шкурить это все. Покажу вам уже конечный результат, когда это все будет ровненькое. Ну что, ребят, тем временем у нас уже 22 июля. Велосипед подкрашивается. Следующим этапом будем собирать коробок и ставить на багажник. Устанавливать усилитель, красить коробок, устанавливать усилитель, аккумулятор, размещать всю проводку и уже, возможно, даже подключать. Ай, да, здесь не снимаю, вот там снимаю. Те подписчики напишут, а что такое длинный саморез? Все, что было. Решили просто белой краской и эмалью вместо грунтовки. Первый слой впитала она именно. Потому что черная краска пригодится еще. Мне нравится, как она ложится. Это сильно, да, разбрызгивает? Хотя, просто ближе, да, бери. Блин, ну хоть так. Это у него единственная глянцевая была белая. Почему-то решили глянцевую. А пока мы ждем, пока высохнет белый слой. Белой краски, точнее, первый слой. Кушаем арбузик. Вкусно? Да. Ах ты свинья, у них там гаражи. Поставил я коробок, прикрутил через ламинатик. Он крепко будет держать. Сейчас будем усилитель сюда ложить. Пришлось покупать третий баллончик краски. Уже худо. Никита говорит, плохая краска. А что, это не ржавчина? Не-не, это просто. Тут надо отмыть. Сейчас решили на аккумулятор подкинуть провода. На 10 ключ. С
красного пойдет сразу на предохранитель. Вот он пред. Будет стоять в велосипеде. Потом это все подойдет к шинкам, а от шинок пойдет уже в сам усилитель. Да, я шины покажу. Вот у нас вот такие алюминиевые шинки. Поставили аккумулятор, прижали его вот так вот планочкой, подключили минус, плюс. Сейчас пред поставим сюда. Просверлили уже вот под минус отверстие. И здесь будет, скорее всего, как-то вот так вот стоять шинка. Там еще с расположением разберемся. Времени у нас уже 10:30. Да? Да. Установлен аккумулятор, усилитель. Уже даже сейчас вот я его включу. Там кнопочку мы снизу установили. Только я не помню, в какую. А, вот. Включился. Усилитель включается уже. Сейчас выводим акустические. Вся сила подключена. Все готово. Через предохранитель. А мы тебе как будем? В двух этих протяжках кидать разноцветных сюда. Либо в одну черную. В одну. Черную? Да. Или в красную? Черную. Черную, чтобы не выделялось. Да. Я бы хотел. Подкрасить можно, чтобы было. У нас выключили свет, вкрутили все динамики. Ну как все, одну сторону. Блин. Твой телефон, Никита? Что за чувство? А чё? И чё он так фонит? Подожди, я ничего не настроил. Настрой хотя бы. Давай настрой. Возьми ножичек и настраивай. Это какие каналы вообще подключены? Сейчас проверим. Я на все не буду пока врубать, да? Первое, второе, это... Да все должно быть четко. У нас... Да, первое, второе. Шестнари и пищалки — это первый, второй канал. Повсюду обломки, разбитый фюзеляж. Теперь это наш пляж. Не сопротивляйся, вот так ляж. Ну хоть играют за радость. Иди на абордаж. Пусть кельчу до этого было. Единственные выжившие мы одни тут. Мы снимаем стресс, соблюдая идиллию. Если пересохло в горле, глоток мохито.
Нам не нужен никто. Этот остров наш дом. Плевать, чем будет потом. Запишу, это будет потом. Нам не нужен никто. Этот остров наш дом. Плевать, чем будет потом. Малышка, чекай эту дверь. Двигайся туда-сюда. Ты просто чекай эту дверь. Вообще вот у меня половину. Двигайся туда-сюда. Я не сплю, ты не услышь. Двигайся туда-сюда. Не торможу и ты летишь. Двигайся туда-сюда. Чекай эту дверь. Ну это был у нас первый запуск в темном гараже. Сейчас еще чуть поднастроим. Завтра с утра придем, подключим вторую сторону. Давай, поедем покатаем. Пришли мы, короче, с Никитой с утра пораньше в гараж сегодня. С 7:30 были в гараже, доделали вторую сторону. Прикрутили вот так вот на саморезы под шестигранник, чтобы была съемная стеночка. Если что, подобраться к аккумулятору, к предохранителю. Готова вторая сторона. Полностью. Музыка уже настроена, но есть один косяк, который мы, возможно, сейчас едем исправлять. Вот эта вот фигня сидит в телефоне неплотно. И малейшее движение телефона, и динамики стреляют так, что уши закладывает. Так что с этим надо что-то делать. Либо менять этот провод, либо вместо вообще него устанавливать Bluetooth. А в дальнейшем уже мафон устанет. Как-то так. Едем в Басмогаз. Еще раз на велик посмотрите. Прям красивый такой. Аккуратненький такой. Шинки плюс, минус. Нужно будет еще подтягивать тормоза, удлинять руль. Ну, вот так вот примерно. Он еще расширится. Все, мы поехали в Басмогаз. Приехали на Басмогаз. Народа собирается очень много, велик играет. Очень тихо. Очень низко, очень громко. Очень тихо. Блин, двадцатка делает свое дело. И вот сейчас примерили сеточку. Самый тихий самого города. Не знаю, стоит ли ее брать сетку, либо уже потом под заказ сделать сеточки со своим логотипом. Но выпирать будет. В принципе, нормально выглядит. Надо сделать хэштег, да, глупую? Да, я испугался! Сверни. А ты посмотри, откуда сетки и что за динамики.